Ахвахский район Республики Дагестан – родина многочисленных чемпионов из разных видов спорта. И все-таки особняком в ряду его населенных пунктов значится Кудия Бросо, подарившая миру выдающегося функционера Омара Муртузалиева. Я приехал в это удивительное село, чтобы разузнать, в чем заключается секрет его успехов, а заодно проникнуться энергией победителя. Был один из лучших учеников класса. По словам моего брата, он очень хорошо учился, любил читать много художественной литературы. И среди этих его одноклассников он все время впереди был. Очень много читал, любил художественную литературу. То есть в детском возрасте даже, да? Да, да, да. Это человек, который помогает нуждающимся. Он оказывает огромную помощь больным. Несколько лет назад мы получили кабинет информатики от него. А после, вот, в прошлом году мы получили интерактивную доску в сенсорной форме. В лексиконе Омара Муртазалиева слова «нет» не существует. Он всегда рад помочь всем, не только знакомым. Тот, кто к нему приходит, я слышал так, он никому не отказывает. Он помогает все, чем может. Я ему пожелал бы здоровья, счастья и успеха в работе. Мнение у меня хорошее о нем. Мы гордимся им. Мы поздравляем с юбилеем. Желаем ему долгих лет жизни. Жители селения Кудия Бросо, джамаат, молодежь, старейшина, все присоединяемся к поздравлениям. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Человек, который делает очень много для своего села, для жителя делает многое. Для благоустройства делает, не только для села, но и для района тоже делает. Наш брат Омар Магомедович для нас, для всех жителей селения Кудия Бросо, строит такую прекрасную мечеть. Мы тоже очень благодарны, то, что строится такая красивая мечеть. Омар Магомедович не только в этом плане нам помогает. Он во всем как бы опора нашего села. За то, что сильно загруженный человек, он все время первая же возможность говорит, меня в село тянет, но по моей работе не получается. Все время он тянет село. Под руководством Омара Магомедовича российские спортсмены спортивной борьбы на мировых, на олимпийских играх занимают призовые места, много очень делает для развития российского спорта. Помимо спорта и жизни родного села, Омар Магомедович активно участвует в деятельности махачкалинской благотворительной организации «Чистое сердце». Омар Магомедович – это ум, благородство, это честность. Омар Магомедович – это целый мир. Он считает, что помощь от него, она идет именно от чистого сердца. Омар Магомедович, всех вам благ, от чистого сердца. Мы вас очень любим, ценим, уважаем. Мы всегда с вами. Спасибо за то, что вы у нас есть. А также содержит семейный дом-интернат «Умка», располагающийся в селе Дербетовка Ставропольского края, чьи воспитанники оригинальным способом присоединились к поздравлениям. Я вижу глубину его сердца, и вот это добро, оно обязательно к нему и возвращается, и еще вернется многократно. Поэтому я горячо поздравляю нашего президента фонда, и чтоб долго он жил, ибо в его годах, в его каждой минуте, которую он проводит в этой жизни, есть огромная польза для окружающих. Он не тот человек, который утонул в эгоизме и живет только для своих ощущений. Это очень полезный и далеко думающий дагестанец. Дай Аллах, чтобы таких побольше было. Омар Магомедович, с юбилеем!
Неописуемой красоты горные пейзажи, дополняемые радующими глаз стремительными бурными речками. И вот перед вами портрет настоящего ахвахского джигита, юбиляра Омара Муртузалиева, которого мы все искренне поздравляем с 60-летием.